Приоралье в преддверии новогодних праздников сдали новую сельскую поликлинику. Современную здравницу на 250 посещений в смену построили в Жалагашском районе этого региона. Объект обошелся областному бюджету почти в 1,5 миллиарда тенге. До сих пор пациентов, в селе проживают 40 тысяч человек, обслуживали в тесном здании бывшего детского сада. Теперь в поликлинике есть все необходимое. Кабинеты физиотерапии, новейшее диагностическое и лечебное оборудование. В целом за 3 года финансирование сферы здравоохранения в области увеличилось на 58%. За это время введено в строй 33 новых объекта. В старой поликлинике совсем не было удобств. Коридоры узкие, лаборатории нет, дневной стационар в райбольнице. Теперь все иначе. Новое просторное здание, хорошие врачи. У нас теперь есть специальное оборудование для кардиодиагностики. До сих пор не было своей лаборатории и рентгенаппарата, и эти проблемы решены. Такое техническое оснащение позволит нам выявлять туберкулез и другие сложные болезни на ранней стадии, а также на порядок улучшить качество оказываемых населению медицинских услуг.